Кусочек, а потом Шопена. А Шопен где? Шопен чё? Ми фасоль, ми фасоль, соль фасоль. Так давайте Шопена. Шопена? Попробуй Шопена. Хорошо. Хочешь так идешь, на свой хочешь. Я могу тебе держать, но ты. Не, нормально. Хочешь это? Да? Ну хорошо, давай. Я бы с полонеза. Можем с интродукции начать. Да это интродукция. Возня, уже же мы играли в это медленное, а там что-то все то же самое. Давай с полонеза. Хорошо. Уже медляк уже был у нас. Хорошо. Да. Весело. И с песней. Чтобы разное. Как говорится. Творческий процесс. Эти творческие у нас постоянно вот эти такие споры бывают, но они приводят к хорошим. Студия, она заглушает звук, то есть не дает полетности. Тут же, видите, все в поролоне, вшито, все. Поэтому, например, то первое произведение, да, ему не хватает воздуха, он сухо. То есть вот все стаккато, они быстро рубятся, потому что здесь еще акустика не та. Ну если да, здесь бы... по-хорошему микрофончики надо. Конечно, если бы были, знаете, что чуть-чуть по звучку, то оно получается его совсем. Длительность короткая, она ее вообще не дает ей. А здесь хотя бы вот за счет того, что она можно. Поэтому тут вот. Так, значит, что Шопена? Да. Блестящий вальс, или что это как-то называется? Шон Пен. Большой блестящий полонез. Минуту начинаем, как раз есть вопрос. Ответите на вопрос от слушателя. А что за вопрос? Ну, знаете. Кто-то еще там. Можно еще сказать о том, что он в Мариинском театре работает. Это мы забыли, потому что это только в перемене вот говорили. Подожди, а давай определимся, где мы закончим. Мы же не будем его целиком вины. Дайте эту темочку и все. Только тема. Ну, там ты сыграла, потом я сыграл. Чтобы красиво закончить, когда? Ну вот. И все. Все, да? Все. Остальное сюрприз, то есть, чтобы... Да, остальное продолжение, продолжение следует. Чтобы они захотели. Но было бы хорошо потом сказать все о каждом концерте коротко, я бы сказал, если можно, да? Просто, что будет название, там мы не сказали, анонс, такой коротенький, чтобы люди знали. Время не чуть-чуть перепутали, да? Я потом сказал про Японию, потому что из Японии придет... Итак, дорогие друзья, мы продолжаем открытую студию. Спонсор нашей программы – компания «Ваши ворота», обладатель почетного звания «Лучший дилер 2019 года» от компании «Дархан». Предлагает откатные ворота из Степрофиля, надежные шлагбаумы и современные подъемные секционные ворота по приемлемым ценам и в оптимальные сроки. «Ваши ворота» – это всегда высокое качество выполнения работ. Звоните 222-223. Но у нас сегодня студия просто наполняется разными звуками, потому что в гости к нам пришли музыканты, они приехали из Владивостока. Иван Куриковский, владеет органом и фортепиано. Да, приветствуем вас. И Людмила Гамозова, она у нас играет на очень редкой старинной виолончели. Ну, Людмила сейчас сидит далековато, потому что наши гости готовы подарить вам очередной шедевр, дорогие друзья. Это будет Шопен, романтик с большой буквы, поэтому сейчас очень хочется, чтобы вы его исполнили. Полонез Шопена, да. Готовы? Тогда начинаем. Что вы нам оставили, знаете, кусочек. Воздух, да, для того, чтобы хотелось дышать дальше этой музыкой. И вот как раз-таки можно будет отправиться 19 марта в 19.00 на концерт под названием «Шедевры струны труп» и там услышать полную версию этого произведения. Да. Так сказать, погрузиться, да, помечтать, насладиться.